При желании возможность всегда найдется. Люберчане смогут пожертвовать свои вещи нуждающимся. Благотворительная акция «Добрый шкаф» вновь пройдет в парке на Наташинских прудах. В ее рамках жителям предлагают принести одежду, обувь и игрушки в хорошем состоянии и порадовать адресатов таких подарков. Как и что можно передать в дар, расскажет Анна Троян. «Добрый шкаф» – это благотворительная акция по сбору вещей для детских домов по всей России, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Главная цель проекта – превратить хорошие, но ненужные жителям вещи в полезный ресурс для других людей. В Люберцах акция проходит уже третий год. Один раз в сезон в местных парках волонтеры собирают вещи. Их перечень весьма разнообразен. Это одежда, обувь, книги, игрушки, средства личной гигиены, детские принадлежности, продукты питания, постельное белье и прочее. Важно, чтобы они были в хорошем или даже отличном состоянии. Принять участие в проекте сможет каждый желающий. Для этого предварительно нужно собрать вещи, привести их в порядок, упаковать в пакет или коробку, после чего передать их в место проведения акции. В этот раз «Добрый шкаф» состоится 14 апреля с полудня до 15:00 на Малой площади в Центральном парке культуры и отдыха. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.